что, Александр Александрович, ваша хорома готова. Александр Николаевич, здрасте. Ну что ж вы, Надь, так долго? Я же опоздаю в аэропорт. Ой, ну вы знаете, я пока по списку все нашла, по Москве объехала. Ну хорошо, вы главное купили? Да, а как же? Вот, горшок музыкальный. Памперсы, между прочим, последняя модель. И там еще детское питание. А вы о чем? О детском автокресле. Ой, Надя. Александр Николаевич, честное слово, я не забыла. Просто у меня рук не хватило. Когда что? Я вернусь, мы еще поговорим о количестве рук, необходимых для выполнения простейших задач. Что? Ну, я надеюсь, вы ужин двумя руками приготовить успеете. Да. После перелета они проголодаются. Не подведите на этот раз. А как быть с креслом? Вычту из зарплаты. Как? Шутка. Я уехал. Шуточки у вас, Александр Николаевич. Алло. А что с ней? А давление? Хорошо, готовьте к операции. Я через полчаса буду. Аня? Привет. А ты что здесь делаешь? Какая разница? Эй, подожди, подожди, подожди. Ты мне даже привет не скажешь? Я, кажется, понял. Александр Николаевич, как всегда, нет времени тебя встретить, да? Ну, пора бы уже привыкнуть, чтобы в его жизни так всегда было и будет. Что ты делаешь? Я тебе хочу помочь. Дай тележку. Не надо, я сама разберусь. Послушай, ну столько времени уже прошло, пора бы уже забыть, ну. Забыть? Ну уж нет. Ну подожди, подожди, ну я действительно рад тебя видеть. Сашок, эй, привет. А ты знаешь, кто я? Мама тебе не говорила? Олег, отстань, пожалуйста. Ну хорошо. Ну можно я вас хотя бы до дома подброшу? На правах родственника. Обойдусь, спасибо. Здрасте. А вот и мы. Ой, братец мой, да ты спишь. Привет, привет. Какая красота. А это Надя, наша новая домработница, готовила. Очень хорошая и добрая тетя. Кстати, она и с Сашкой посидеть может, пока ты будешь давать свои вступительные экзамены. Александр Николаевич, а может, я квартиру сниму? Ну, чем мы будем вам мешать? Какая квартира? О чем ты говоришь? Здесь полно места и помощь. Надя, я в конце концов. А помощь, она ведь никогда лишней не бывает. Спасибо вам большое. Привет. Олег? Ну, здравствуй. Привет.
Ты чего хочешь? Говори скорее, я опаздываю на работу. А что ты так сразу напрягся-то? Я же тебе сын все-таки родной. И, между прочим, ни дня не было, как я не думал о наших с тобой отношениях. Ты что несешь-то? Я не несушка, пап, я твой сын. И отец этого ребенка, между прочим. Да, мы виделись в аэропорту вчера. Такой славный малыш на меня похож. Ты чего добиваешься? Я ничего не добиваюсь. Я просто хочу быть отцом. Ну, я наделал глупости, а потом осознал. Что ты осознал? Что, убить его хотел? Тут не нужно патетики. Я просто хочу воспитывать своего ребенка. Я имею на это полное право. Ты свое право уже давно потерял. Вот об этом я как раз с тобой хотел серьезно поговорить. Значит, заруби себе на носу. Отцом тебе его не быть никогда. Все, уплыла лодка. На каждую лодку найдется своя торпеда. Значит, твоя торпеда проследует мимо. Это вызов? Слушай, Олег, давай прекратим эти никому не нужные разговоры. Или все дело в наследстве? Да при чем тут наследство? Что ты заладил про свое наследство? Мне наследство твое не нужно. Мне нужно быть отцом своего ребенка. И все. Значит, женись на своей очередной девушке и вперед. Хорошо. Я тебя предупредил. Это мое не последнее слово. Я тебя предупредил. Анна. Ну-с, посмотрим. Итак, мы все во внимание. До свидания. До свидания. Александр Николаевич, да. Вас главный просил зайти, когда закончите. А что случилось? Не знаю. Здрасте. Александр Николаевич, приветствую. Познакомься, это Дарья. Можно просто Даша. Белецкий. Александр Николаевич, Даше нужна ваша помощь. Ну, пожалуйста, с 10 до 17 я в клинике. Можешь записаться у ассистента в любое удобное для вас время. Да нет, речь не идет о твоей работе. Речь идет о твоем, так сказать, хобби. Видите ли, я получила наследство. Коллекцию картин и рисунков. И мне бы хотелось распродать ее без лишнего шума. Мне нужен консультант. Человек, который знает рынок, цены людей. Короче, в этом тонком деле нужен свой человек. Ну и себе что-нибудь подберешь. Ну, разумеется, эта консультация будет оплачена в размере, соответствующем этому роду услуг. Ну, что скажешь? Ну, в принципе, мне это интересно. Прошу вас, об оплате ни слова. Как вы слышали, это мое хобби. Вы знаете, я думаю, я помогу вам. Спасибо. Я очень рада. И вот моя карточка. Да. Давайте созвонимся и обсудим все детали. Давайте. Коломейцева Дарья Сергеевна. Да. Давайте.
Всего доброго. Всего доброго. Дашенька, мы на связи. До свидания. Ну как? Что спрашивают? Работа, они все смотрят. Нормальная комиссия. Нормальный вопрос. Удачи. Ну как все прошло? Можно посмотреть? Если не ошибаюсь, это Крым. Точнее, Семиз. Да? Скала-кошка. Ну да. Теперь я вспомнил, где вас видел. Вы сидели на камне, подобно русалке, и писали, я так понимаю, эту работу. Ну, а вы, конечно, проходили по набережной в этот момент и видели меня. Нет. Я был здесь. Наблюдал за вами через бинокль. А яхта это называлась «Диадема». Вы уверены? Кстати, меня зовут Андрей. Ну, видал? Успешный адвокат. На счету уже несколько громких дел. А женщина какая? Ничего, что я тебя рекомендовал. Ничего. Спасибо. Докторская это как? Движется? Ну, еще полгода и все. А дальше? Я надеюсь, останешься? Не знаю. Как-то южный воздух не подходит больше, да и люди там проще. Кстати, как твои там? Приехали. Пытаются вписаться в московскую жизнь. Я вот как-то в их жизни как не впишусь. А так все хорошо. Когда-то я тоже стоял здесь на вашем месте и так же волновался. Хотя, честно говоря, причин для волнения у меня не было. Почему? За моей спиной была поддержка отца, Василий Певчий. Думаю, это имя вам о чем-нибудь говорит. Ну да. Да? Да, я поступил сюда по блату. И так спокойно об этом говорить? Я достаточно уверен в своем таланте. Мне абсолютно все равно, каким способом я сюда поступил. Ваш отец большой художник. Мне очень нравятся его картины. С этим не поспоришь. Вам не стоит волноваться. Прекрасная работа. Правда? Конечно. Если даже они не оценят, то отец поможет. Я обещаю. Ну, это лишнее. Спасибо. Ну, рассказывай. Члены приемной комиссии меня очень хвалили. Угу. Говорили, что есть вкус. Так. Чувство цвета. Композиция. Еще я познакомилась с одним парнем. Он художник, сын художника Василия Певчева. Того самого? Да, того самого, Немидова. Угу. Он в прошлом году закончил Строгановку, в смысле, сын. Угу. Обещал мне помочь, если что, отца подключить. А зачем тебе это? У тебя прекрасная работа. Ну, так, на всякий случай. Нет, не о тебе. Спасибо, мне приятно. И где же ты познакомилась с этим благодетелем, художником, сына художника? В институте. Ему тоже очень понравились мои работы. Ну, это понятно. Ну, как успехи? Я поступила. Я поступила. Ой, извините. Да ничего. Мне кажется, это вполне естественно так выражать свою радость. Ну, вот видишь, как здорово. Даже помощь отца не понадобилась. Знаешь, здесь есть неподалеку кафе. Не хочешь зайти отметить? Заодно расскажешь о себе. Ну, если только на одну чашечку чая. Хорошо. Пошли. Так что, закончится установочная сессия. И я обратно в Крым. А этот доктор твой, он что? Напишет докторскую, наверное, тоже вернется. Я тебя очень прошу, не называй его доктором. Ладно, извини. Однако веселая у тебя жизнь. Море, солнце. Я так, конечно, понимаю, но мне кажется, это удовольствие достаточно одного раза в год. А мне там нравится. А в Москве что? В Москве? Какая-то она для меня большая. Это пройдет. Со временем. Вряд ли.
Не пора. Я довезу тебя. Кто бы сомневался. Сань, мама поступила. Я поступила. Ну что, это надо отметить. Поступила. Да, Эмилька. Поступила. И общеизвестно, что до появления импрессионистов никто не интересовался внутренней красотой жизни большого города. Не говоря уже о шуме и суете людских толп, снующих по улицам, площадям, рынкам. И только импрессионисты. Чай? Нет, нет, чай лучше пить не за этим столом. Ах, да, конечно. Хорошая коллекция. Я так рад, что мне удалось все это увидеть. Я бы выпил вина. Да, я тоже. На самом деле, это еще не вся коллекция. Самая ценная русская живопись начала 20 века дядя завещал Третьяковской галерее и Русскому музею. А эти наброски и рисунки оставил мне. Это же Васнецов, Филонов, Бакст. Да, а это вот из дядиной коллекции. Хорошее вино. Прекрасное вино. Отличный вечер. За вас, Даша. Волшебный вечер. Джордж! Ого! Эндрю! Привет! Бай! Здравствуйте! Hello! Hello! Аня, знакомься, это Джордж. И... Очень приятно! Оленька! Оленька! Замечательно! Аня! Это Аня! Джордж, я тебе не рассказывал. Помню! Джордж, представитель Нью-Йоркской галереи в Москве, продвигает авторское и концептуальное искусство, а также откапывает таланты из русской земли. Имей в виду! Если Джорджу понравятся чьи-то работы, счастливчика ждет Нью-Йоркская академия искусств, а также все радости заморской жизни. Ой, как хорошо, что вы пришли, Александр Николаевич. А то мне нужно в супермаркет, а Сашку не с кем оставить. А где Аня? Аня, она звонила. Она в институте задержится. Одна нога здесь, другая, как говорится, там. Паш, мне завтра люди стоят. Мне нужно выйти. Спасибо. Опля, вот и я. А ты какими судьбами здесь? А какое твое дело? С друзьями, ясно? Не, не ясно. А отец мой знает, что сейчас есть? Давай, давай, звони. Интересуйся, что еще от тебя ожидать? Я даже не знаю, как воспользоваться данной информацией. Ну, в твоем случае это можно использовать как шантаж. Не нужно меня считать законченной мразью. А кто ты? А что такая смелая стала? Смотри, не боится. Крылья выпустила. Хорохорится. А отцу все же удалось сделать себе человека. С большой буквы.
Ань, ну я тебя уже потерял. Андрей. Олег, приятно познакомиться. Взаимно. Олег, сын Александра Николаевича. А, доктора, что ли? Ань! Дурдом. Ань, что с тобой? Тебя просила не называть его так. Он много для меня сделал. И вообще, ну... Вообще, давай перестанем. Кушаешь, он всегда рядом с нами. Александр Николаевич, что Александр Николаевич это? Ань, что с тобой? Ань, ну прости. Ну, вспыли. Кстати, уже 11 часов вечера. Вы знаете, мне извините, у меня сначала лекции допоздна. Ну да, потом решили посидеть с однокурсниками, отметить. Ну, в конце концов, Ань, ну ты же не маленький. Ну что я как отец должен ругать тебя за плохое поведение? Ну ведь можно было как позвонить. Извините. Тут хватит извиняться, хватит. Просто всегда должна помнить о тех, кто дома ждет тебя. Так, Сашок, сейчас пойдем с тобой завтракать. Только сначала умоемся, а потом пойдем, да? Ты мой хороший. Ты мой сладкий. Алло. Привет, как ты? Привет, нормально. Можем завтра навестить моего знаменитого предка. Ну, давай. Хорошо. Я заеду за тобой вечером. Вечером? Во сколько? Ну, часов 5-6. Слушай, понимаешь, у меня сейчас не самое лучшее время. Да перестань! У тебя по расписанию лекции заканчиваются только в 8 вечера. Ну, а как же лекции? Поверь мне, встреча с моим папой будет покруче всяких нудных лекций. Я заеду за тобой в институт в половине. Договорились? Ну, хорошо. Договорились, пока. Добрый день, Даш. Здравствуйте, Александр Николаевич. А это Эмиль Генрихович, о котором я вам столько рассказывал. Здрасте. Хорош, блин.
интересная миниатюрка. Да, по-моему, интересная миниатюрка. А он действительно серьезный коллекционер? Один из самых серьезных в стране. Привет, па! Мы ненадолго. Здрасте. Знакомься, это Аня, поклонница твоего таланта. Василий Петрович. Да. А вот, ну, это, так сказать, для души. Пойдемте в следующий зал. Посмотрите туда. Эта инсталляция называется «Прогулка по вечерней набережной». Она вызвала такой интерес в Монреале. Интересно. Нетрадиционно как-то, конечно. Мне нравится ваша живописная работа. Нет, нет, я сейчас живописью не занимаюсь. Актуальное искусство. Вот это будущее. Андрей говорил, что вы тоже рисуете. Рисую? Ну, конечно, потому что пишут поэты, прозаики. И, конечно же, большие художники. А мы с вами рисуем. Ничего, это пройдет. Папа, хватит уже, совсем девушку запугал. Пойдем лучше работу ее посмотрим. Да, пройдите в следующий зал. Ну что ж, как говорится, очень приятно. Я подумаю до понедельника. Вот так? Ну, всего доброго. Ага. Всего доброго. Счастливо. Счастливо. Так я что-то не поняла. Он купит или нет? Купит, купит. Пошел деньги собирать. Вероятно, он купит еще несколько работ. Может быть, тогда вина? Было бы неплохо. Но не сегодня. Завтра много работы, но как-нибудь обязательно. Как-нибудь. Ну, хорошо. Счастливо. Угу. Ну, неплохо. Совсем неплохо. Вот это тоже ничего, ничего. И что, вы хотите посвятить вот этому искусству всю свою оставшуюся жизнь? Ну, если талант позволит. Талант-то позволит, но послушайте меня, девочка моя. Бросайте все это, выходите замуж за хорошего человека, рожайте детей и не мучайте себя вот этим искусством. Пустое все это. Саня, привет. Привет. А где твоя мама? Аня звонила, она немножко задержится. У нее какие-то там дополнительные часы. Звонила? Ну да, на домашний, на домашний. Странно. Андрей. Скажи, что была в метро. Мне кажется, это неправильно. А что правильно? Ответить на звонок и сказать: простите, мол, я с сыном Певчева в гостях у Василия Певчева. Мы любуемся картинами и все такое. И что тебе даст эта честность? А я тебе отвечу. Ничего, кроме подозрений и ревности. Ревности? Ну да. А ты что думала? Мужчина в любом возрасте подозрителен и ревнив. Это его сущность. Ой. Держи. Спасибо. Ага. Так. Как тебе мой отец? Ой, ну я счастлива. Единственное, мне вот эти вот его поиски в области актуального искусства не очень понятны.
Но его ранние работы в живописи – это просто, просто восхитительно. Но живопись для него уже не актуальна. А хочешь посмотреть мою мастерскую? Да не знаю, уже поздно как-то. Опять ты за свое. Час туда, час сюда, ничего не решит. Соглашайся. Ну, посмотришь, как живут молодые художники. Да, Надя, войдите. Александр Николаевич, я Сашку уже уложила, домой пойду. А, конечно, Надя. Что-то еще? Александр Николаевич, ну, вы не переживайте, это дело молодое. Ну, друзья, то все и... Вы, Надь, о чем? Я про Аню. Вы знаете, она вас любит. Да-да-да, я-то вижу. Вы в Бугарде просите, если так беспринципно влезаю, так сказать, бесцеремонно в вашу жизнь, но... Не беспокойтесь ни о чем. У нас все очень хорошо. Ого, ну, дай-то Бог. До свидания. У тебя хорошо? За тебя. Умница, красавица. За твой талант. Спасибо. А я рада, что встретила тебя. А я как рад. Помнишь, как мы встретились? В коридоре института? Не-а. Тогда на море. Это была наша первая встреча. Если бы ты знала, как долго я за тобой наблюдал. Казалось мне такой далекой, недоступной, словно из другого мира. Даже друзья надо мной прикалывались. Подойдем к берегу, познакомишься. А ты? А я? Нет. Не будем, говорю, разрушать сказку. А потом бац, сказка сама ко мне приходит. Это так романтично. Романтично? Это не просто романтично. Судьба. И многим девушкам ты это рассказываешь? Про романтику или сказку? Андрей, мне, наверное, пора. Может, еще по бокальчику? Нет. Совсем напьюсь, пойду. Ань, останься. Ты же хочешь остаться. Нельзя. Как ты не понимаешь? Пойду. Нельзя, нельзя. Жить так, как ты живешь, вот что нельзя. Это противоестественно. Ну что противоестественно? Жить с дедом своего сына. А вот теперь я жалею, что тебе рассказала.
противоестественно жить со стариком, который тебе в отцы годится. Аня, ну я с ума схожу. Я не знаю, мне кажется, я ничего подобного в жизни не ощущал. Любовь с первого взгляда, не знаю, как это назвать, но я не могу. Я каждый день думаю о тебе, каждый час, каждую минуту. Ну что он тебе даст? Ну что? Ты молодая, красивая, у тебя вся жизнь впереди. Посмотри, сколько всего вокруг. Мы живем один раз, пойми ты это. Мы должны проживать свою жизнь ярко, потому что мы творцы, мы другие. А я люблю его. Самовнушение. Может быть, ты ему благодарна? Мне кажется, ты его уже достаточно отблагодарила. Хватит с него. Перестань, а? Я люблю тебя. Выходи за меня. Андрей, мы с тобой знакомы. Это не важно. Мы будем жить здесь, работать, продавать картины. Я хочу, чтобы ты и твой сын жили со мной. Потом мы поедем в Нью-Йорк. Нам помогут. Там все другое, там другая жизнь. Там все, Аня. Возможно. Что здесь невозможного? Аня, очнись! Извини. Ань! Доброе утро. Доброе. Сделать бутерброд? Нет, спасибо. Александр Николаевич, я хотела вам сказать, что вчера вечером... Вчера, сегодня, завтра, послезавтра. Какая разница? Это твоя жизнь. Аня, что происходит? Ничего. Что значит ничего? Не надо на меня кричать, Александр Николаевич. Я кричу? Все, спасибо вам большое, я так больше не могу. Что? Что не можешь? А я не могу быть больше для вас обузой. Я самостоятельный человек и вправе позаботиться о себе и о своем сыне. Да господи, стой, Анька, какая обуза? Я вам правда... очень за все благодарна. Особенно за Сашку. И еще я приняла решение. Какое решение? Я хочу другой жизни. Я именно для этого когда-то приехала в Москву. Что случилось, то уже случилось, но я в состоянии поменять свое будущее. Мне нужна моя жизнь. Моя личная жизнь. А мне казалось, что все коллекционеры должны быть похожи на вас. Такие. Какие? Такие, как вы. Спасибо. Спасибо. Ну, я адвокатов себе тоже по-другому представлял. А что касается меня, то я ведь не профессиональный коллекционер. Я продвинутый любитель. Я получаю от этого удовольствие. А профессионал уже чушь всяких эмоций. Ну, в медицине же вы профессионал. Несомненно. То есть не испытываете сострадания к своим пациенткам, никаких эмоций? Ну, это сложный вопрос. Александр Николаевич, мне кажется, вы чем-то встревожены, и ваши мысли далеко отсюда. Что-то случилось? Нет, нет, что? Скажите, Даш, а вы никогда не чувствовали, что живете не своей жизнью? Это как? Ну, все, что происходит с вами, должно происходить с кем-то другим. Ваше окружение, родные, близкие.
Все это должно принадлежать не вам, а какому-то другому человеку. А ваша настоящая жизнь так толком и не наступила. Даже не знаю. Не, с этой-то жизнью все. Никак не удается наладить отношения, не говоря уже о какой-то другой. Поэтому вы не замужем? Не встретила пока еще его. Нет, знаете ли, не то чтобы супермачо или принца на белом коне. Нет, такого обыкновенного мужчину. Не попался мне еще пока такой экземпляр. Ну, я думаю, у вас еще все впереди. Живем, увидим. Скажите, а вы женат? Был. И, кажется, уже два раза. Аня! Аня! Другой жизни. Мне нужна моя жизнь, моя личная жизнь. Всех все решать. Ты хоть ее спросить, чего она хочет. Тебе ж наплевать. Здравствуйте, к вам можно? Проходите. Нельзя по-человечески. Взять тарелку, нож, вилку, порезать. Да. Добрый вечер, Александр Николаевич. Как наши дела? Даша, Эмиль Генрихович готов совершить сделку. И кроме тех двух работ, решил приобрести еще несколько. Очень хорошо. Я вам сообщу. Всего доброго. Да. Это я. А где ты? Неважно. А как Саша? В порядке, не волнуйтесь, с нами все хорошо. Что значит хорошо? Вы где живете? Не беспокойтесь, я в состоянии о нем позаботиться. Послушай, Ань, то, что ты совершаешь глупость... Ну, может быть, и глупость, но это моя глупость. И мне за нее отвечать. Послушай. С нами все в порядке.
не волнуйтесь. Аня, ну что ты вот сейчас говоришь? Подумай о ребенке. Я должен знать, в каких условиях он живет. Александр Николаевич, не сейчас. Еще я познакомилась с одним парнем. Он художник, сын художника Василия Певчева. Доброе утро, Александр Николаевич. Доброе. Надя. Да? Вы больше не покупаете детское питание? Как это? И ужин готовьте на одного. Договорились? Да, Александр Николаевич. Нет, Эмиль Георгиевич, все остается в силе. Да. У меня к вам маленькая просьба. Вы ведь знакомы с художником Певчим? Добрый день. Добрый. Я хотел бы поговорить с вашим сыном. А он здесь не живет. А, собственно говоря, с кем я имею? Белецкий, коллекционер. Хотел бы приобрести его работу. Работу. Проходите. Значит, вас интересует работа моего сына. Вот скажите, как вы о них узнали? Говорят, интересный художник. О, значит, среди московских коллекционеров распространился слух о молодом таланте. Да говорят, говорят. Уважаемый, я вижу, вы человек интеллигентный. Но вот скажите, что вам от него надо? Дело в том, что мой сын пока еще ничего стоящего не написал. Да и напишет. Как ни прискорбно в этом сознаваться. Скажите, он вам денег должен? Нет. А чего ж тогда? А! Взял подряд на квартиру и пропал. Знаете что? Это лучше разбираться со мной. С ним бесполезно. Ну, скажем так, одна моя знакомая ушла к нему. О! Это ваша женщина? А с этим мне тоже приходилось разбираться. Я пить не буду, мне нужен его адрес. Нет, это очень просто. Он, конечно, придурок, но он мой сын. Нет, надо разбираться. А нет, благодарю, я водку не пью. Анка, принимай! А. Привет. Привет. Это что? Игрушки. Здрасте. Здравствуйте. Игорь. Очень приятно. Взаимно. Ты что, пил? Ну, выпили чуть-чуть с друзьями. Что-то вроде, знаешь, этого мальчишника. Девчонки, ну где вы там? Давайте, заходите. Мальчишник с девчонками? Ну как мальчишник без девчонок? Ты что, знакомьтесь. Здравствуйте. Ляля, Катя. Это Аня, будущая моя жена. Очень приятно. Они просто знакомые. Ляля девушка Игоря, а Катя ее подружка. Мы тут принесли кое-что. Давай что-нибудь по-быстренькому организуем. Ага. Как там наш малыш? Нормально. Сашка! Классно здесь. Здорово! Знакомьтесь, мой сын. Чудный мальчик. Мужик, здорово. Привет. Твой на тебя похож. Будет мой. Теперь у меня будет настоящая семья. Ну что, к столу? Угу. А вы действительно коллекционер или так? Пароль для прикрытия. У меня небольшая коллекция. Да? Так, может, вы это купите у меня чего-нибудь? Он, вон, русские сезоны в том углу стоят. А, нет, благодарю. Мне некуда это поставить. Вы адрес дадите? Не могу. Он запретил мне давать телефон, адреса. Шифруется.
от кредиторов, брошенных баб. Это плохая новость. Но есть хорошая. Он сегодня должен прийти. Вот и поговорите. Только вот неизвестно, сколько ждать. А если он не придет? Придет. Он за деньгами придет. Не-не, все-все-все, мне хватит. Ребята, я счастлив. Наконец-то я встретил в жизни родного человека. Считайте, что у нас сегодня помолвка. А свадьба когда? Это мы решим. Горько. 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 Я пойду покурю. Да кури здесь. А как же ребенок? А, ну да. Забыл. Я тоже покурю. Вот у вас сколько жен? Да я. Две? Всего-то? Не, ну для такого джентльмена это вообще не цифра. Вот у меня Андрюха. Сейчас у меня шестая. И да, мне кажется, что вот она в таком статусе до моих похорон не продержится. А сколько ж ей лет? 25. А когда поженились, 19. Ваши сколько? 22. С малолетками всегда тяжело. Значит, она к Андрюхе ушла, да? Вот дура. Но ничего, вернется. Потому что у него больше 3 месяцев вот не задерживается. Так что смело можете идти домой и 3 месяца подождать. Но я не могу ждать. Она с ребенком. Сын? Внук. Подождите, подождите, я не понял, как так получилось. Ну ты даешь. Ты это все серьезно? Ты даже не представляешь, насколько. Я счастлив. О, как. У тебя со мной такого восторга-то не было. А интересно, что у нее есть такого, чего нет у меня? Кать, ну не надо, а? Ну да хоть понимаешь, что у нее ребенок. Так это же здорово. Нет, ты точно не понимаешь, какой ты хомут на шею надеваешь. Ничего, прорвемся. Мне сейчас к отцу надо будет съездить. Хочешь, поехали со мной? Потом можем заехать куда-нибудь. Ненадолго. Ну ты даешь, молодой папаша. В большинстве своем они бывшие. 10 детей только официально. Представляешь, сколько я делаю искусства? Тихо, тихо, тихо. Это вот это искусство. А туалет там вот по коридору налево. Многие так, знаешь, по пьяни пут. Вот это называется приглашение на казнь. Купи, я уступлю недорого. Певчий, кончай ерундой заниматься. Был хороший художник, а теперь сантехник. Пойду я. Андрей? А в чем дело? А дело в том, что у вас Аня и Саша. Я должен их видеть немедленно. Адрес. А, вы есть тот самый доктор. Где она? Да какая разница, где она? Она не хочет вас видеть, оставьте ее в покое. Я сам о них позабочусь. О ком ты можешь позаботиться? К отцу за деньгами прибежал. Я не пущу тебя, пока не дашь адрес. Вы ей позвоните. Она вам сама все расскажет. Она не берет трубку. Позвоните с моего. Какие проблемы? Держите. Алло. Андрюш, ну ты где? Это я. Александр Николаевич, вы... Возвращайся домой. Мы все устроим. Нет. Я уже все решила. Слушай, отец сказал, что ты в долгах. Сколько тебе нужно, чтобы ты оставил их в покое? Да вы что, доктор? Я любовь не продаю.
что другу приятно. Война на ножах режет струны, такая любовь. Возьми меня за руку крепче, не отпускай. Скажи мне, но нахер, ты сегодня такая. Сиека. Проходи. Слушай, а почему он так поздно не спит? А ты его повидать пришел, или чтобы я его спать уложила? Ты прямо цветешь. Я бы, наверное, тебя не узнал бы, если бы не знал, что это ты. Что-то я раньше от тебя комплиментов не слышала. Ты просто очень изменилась, Аня. И что? Ты же вроде к Саньку пришел. Дело не только в нем. А в чем? Догадайся. Сашку действительно пора спать. Опа! Удачи! Счастливо! Спасибо! До свидания! Пока! Пока! Пока. Удачи! Как уснул? Кажется, уснул. Тебе помочь можно? Нет, справлюсь. Смотрю, тебе такая веселая жизнь нравится. Нравится. То есть ты нашла себя? Возможно. Даже ничего не рисуешь? Рисую в детском саду, а художники пишут. Ну, извини, я как-то не знаком с вашим профессиональным столом. А с каких пор это тебя интересует? С недавних. Сходим куда-нибудь, я приглашаю. Олег, а что с тобой? Ну, возможно, я понял, что потерял. Серьезно? Между нами было что-то? Да. Наверное, что-то и было. Не наверное, а точно. А когда я сейчас смотрю на тебя, на Сашу... Слушай, Олег, не надо, а? Все это ни к чему. Вообще я замужем. За кем? За этим? И за моим престарелым папашей? Вот. Вот в этом ты весь. Узнаю. Хочешь общаться с Сашкой, я не против. А заходы свои оставь. Что у тебя в четверг? Пока не знаю. Ну ладно. Я позвоню. Ну, надумаешь, позвони. Пойдем, пойдем, пойдем. Мы пойдем гулять. А у нас деньги есть? Было что-то. Посмотри в кармане куртки. Понятно. Вечером схожу к отцу, если у него что-то есть. А может, тебе тоже сходить к твоему доктору? Что? Ну, он же обещал тебя обеспечивать. Нет, я к нему не пойду. Ну, конечно. А вот если бы ты закончил заказ? Ладно, все, нет, не надо мне сейчас. Пап, я на минуту, ты не против? Против, и что? Мне с тобой поговорить нужно. Слушаю.
Я недавно был у Ани. Я навещаю Сашку иногда. Ну? Но она, конечно, просила тебе ничего не говорить. Ну? Как Саша? Саша хорошо. А вот Анька? Что? Выпивает она, в общем. Выпивает? Ну, пьет. Бухает. Серьезно. Я не знаю, я каждый раз, когда к ним заходил, у них там вечное веселье. Я пытался с ней говорить, но это бесполезно. Я не знаю, что делать. Адрес. Первую сессию не сдала. Завалила. Времени нет. А зачем вы пришли? Аня, уходи оттуда. Я сниму квартиру, организую учебу. Я не могу жить за ваш счет. Почему? А кто его? Никогда не задумывались, кто? Ведь все дело в любви. Просто в любви. Вы меня жалеете, но не любите. Жалеете. А мне 22 года, и я хочу жить. И давайте закончим на этом, Александр Николаевич. Пойдем, посиди с нами. Я не хочу. Ну да. Будешь сидеть здесь и давить мне на психику. Ты типа вся такая глубокая, а я гуляка праздный. Андрей, я тебя очень прошу. Я хочу побыть одна с ребенком. Ладно, ладно. Но прятаться от гостей неприлично. Но это твои гости. Вот и иди развлекай их. Да, за нас, выпьем. Алло. Да, Олег. Она мне звонила, пьяная, орала на меня, запретила у них появляться. Зачем ты вообще сказал, что это я дал тебе адрес, а? Да я ничего никому не говорил, догадаться нетрудно. Она совсем сошла с ума. Надо что-то делать. Нужно забрать у нее ребенка. Забрать ребенка. Если бы ты там был, пап, ты бы понял, что это необходимо сделать. Забрать и отдать. Тебе, что ли? Да хотя бы и мне. Я отец. Слушай, отец, забудь об этом. Вань! Да постой ты, а! Нам нужно поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать. Неужели я хуже, чем этот твой? Да не в этом дело. Ты перестань. Я помню, как ты бегала за мной. Да. Только это было давно. Ну, хорошо. Давай начнем сначала.
Я хочу быть с тобой. Давай будем одной семьей, пожалуйста. Оставь меня в покое! Ну иди! Я за тобой больше бегать не буду, сама прибежишь! Так вот, когда я его увидел первый раз, лет 10 тому назад, и когда он пришел, я посмотрел, во что он одет. Здравствуйте. Проходите. Для меня было это очень неожиданно. Меню, пожалуйста. Извини, я на минутку. Андрей? Можно вас на минуту? Извините. Извини. А где Аня? Дома пьет? Что делает? Пьет? Послушай. Она пьет. Это ты довел ее до этого. Никто ее не доводит. Кто вам вообще это сказал? Слушай, отпусти ее. Зачем она тебе? У тебя там есть. Ну, только у вас есть. Что ты делаешь? Ты что, не понимаешь? Слушайте, господин доктор, мы сами разберемся. Которым ушла Аня. Да на тебе лица нет. Вы что, подрались? Ну, извини. Я не знала, что для тебя это по-прежнему актуально. Мой внук, вот что для меня актуально. Кроме того, Олег утверждает, что она пьет и совершенно забросила ребенка. Я в это, конечно, поверить не могу. Но то, что она живет с этим, ребенку явно не на пользу. Послушай, Аня взрослая девушка, я думаю, она сама разберется. А вот почему ты не даешь ей строить свою жизнь, это уже другой вопрос. Если бы она ее строила. Скажи, можно лишить мать родительских прав из-за ее образа жизни? Можно. Если обратиться в органы опеки, и те признают, что образ жизни матери вреден для ее ребенка. А ты что, хочешь лишить Аню родительских прав? Да нет, Олег этого хочет. А я не могу ему этого позволить. Ладно, извини. Ну что ты, что ты? Мы же близкие люди. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Старший лейтенант Копылов. Мы что, шумим? Да, нам надо поговорить с вашим сожительницей. Да. А это комиссия из органов опеки. Какой опеки? Мы не вызывали никакой опеку. Подождите, это что, обыск? Какой еще обыск? Это всего лишь... комиссия с органов опеки, которая пришла посмотреть, в каких условиях проживает ребенок. Здравствуйте. А, вот и мамаша. А что случилось? Здравствуйте. Мы из органов опеки. Покажите, пожалуйста, спальное место вашего ребенка. Сюда. Спасибо. Ну, почему ребенок на полу? Ну, он играет. Ну, пол холодный. На нем теплые штаны. Ребенок напуган. Конечно, напуган. Столько незнакомых ему людей. Ребенок запуган вашими гулянками. Да, господи, что вы такое говорите-то? На вас поступило заявление о лишении вас родительских прав. На меня? Почему? По причине вашего пьянства и алкоголизма. Какого алкоголизма, господи ты, боже мой? Где вещи ребенка? Здесь. Ну-ка. Ну? Добились своего? Что? Верните мне моего ребенка. Саша, а что с ним? Да клянусь тебе, это не я. Как ты могла такое подумать?
Значит, Олег, господи, какая же сволочь, а? Он мне говорил об этом, но я никогда не думал, что на это пойдет. Он заврал Сашку, чтобы вернуть меня. Он в последнее время ко мне подкатывал. Не волнуйся. Я верну тебе сына. А ты пока оставайся здесь. Что наделал? Ты о чем? Ты знаешь, о чем? Ну, пап, я сделал то, что должен был сделать. Сашке нельзя там находиться. А в приюте можно? Это временно. Уже оформляются документы, и Сашку передадут мне. Я отец. И никто мне не может запретить заботиться о ребенке. По документам я его отец. Пап, не стоит, не вмешивайся. Это не твой ребенок. А документы, они легко меняются за деньги. Нет, это не твой ребенок. А знаешь, что я сделаю? Я вычеркну тебя из завещания, и ты не получишь ни дома, ни квартиры, ни коллекций, ничего. Что? Подумай, подумай. У тебя еще есть время до утра. А я пока посоветуюсь со своим адвокатом. Тебе не кажется, что это как-то странно? Прости, но я не хочу этим заниматься. Мне больше не к кому обратиться. В Москве полно адвокатов. Это деликатное дело. Я не могу обращаться к посторонним. Ты понимаешь, в какое положение ты меня ставишь? Я с радостью хотела бы тебе помочь, но почему должна заниматься делами твоей жены? Мы просто сделаем доброе дело. То есть будем заниматься благотворительностью? Я заплачу тебе. Да я не об этом. Ну хорошо, допустим, я попробую. Но если дело уже запущено и ребенок находится в приюте, то изменить что-либо будет крайне сложно, даже если Олег откажется от своих прав на ребенка. Саша, мой сын по документам. Я не понимаю, при чем здесь Олег. Я не вижу причины передавать его Олегу. Ну, а если он пустит в ход деньги, большие деньги, то дело будет тянуться, даже если закон не на его стороне. Так поэтому я и прошу тебя, а не какого-то постороннего адвоката. Ну хорошо. Я попробую. Но, скорее всего, и у нас будут расходы. Мой адвокат займется твоим делом, а ты можешь остаться здесь пока. Зачем? Зачем вы это делаете? Не волнуйся. Да. Да, Олег. Я подумал. Минутку. Я откажусь от Сашки, мне нужно понимать, на каких условиях. Дом в Крыму. Я сказал, дом в Крыму. И ты оставляешь в покое Аню с Сашей навсегда? Нет, дом в Крыму по завещанию. Все, и ни слова больше. Ты понял? Вот так. Александр Николаевич, вы меня поймите. Вы уехали, я осталась одна. А что я? Кто я? Мне кажется, если бы не внук, если бы я вам тогда на голову не свалилась беременная, вы бы вообще на меня даже внимания не обратили. Теперь вы выполнили свой долг. Спасибо. Теперь я одна. Аня, ну поверь мне, ты не одна. Оставайся дома. Все будет хорошо. Thank you.
Привет. Привет. Ну, как ты? Не нравишься ты мне, Белецкий. Устала какой-то, измучена. Плохо выглядишь. Я все уладила, не нужно. Слава богу, мир не без добрых людей. Так что можешь ей передать, вопрос решенный. Дело замяли. Это точно? Да. Спасибо тебе, Даша. Ты, видимо, еще что-то хочешь мне сказать? Знаешь, я, наверное, ошибался, когда говорил, что проживаю не свою жизнь. Такого вообще не бывает. Жизнь такая, какой мы ее делаем сами. Поэтому она не может быть чужой. Прости. Чужая, своя. Да какая разница? Любовь. Вот что движет людьми. Да ты сам это знаешь. Равно как и то, что любил, любишь. И будешь любить только ее. А я, видимо, ненадолго забрела в твою жизнь. Ну ничего. Я справлюсь. Можно тебя на руку? Я вещи заберу? Да, конечно. То есть, если ты так решила... Да, я так решила. Ну, хорошо. Прости, все как-то нелепо. Не надо ничего говорить. Ну, да. Прости меня. Да, кстати, знаешь, по-моему, эта яхта называлась как-то иначе. Сириус или Спиритус. Но это уже не важно, иди. Тебя ждет очередная русалка. Тут из опеки звонили. Зачем? Не знаю, тебя искали. Дело на тебя, по-моему, завели по лишению прав. Что доктор твой говорит? Говорит, что все в порядке. Врет, гад. Тетки-то совсем другое говорят. Пап! Да, Олег. Она выкрала Сашку. Что? Мне звонили из опеки. Она пришла в приют во время прогулки, увела его с двора. А только что она мне сама звонила, кричала и сказала, что мы с тобой оба сволочи, ее обманули. Что дело о лишении прав идет полным ходом. А где она? Она не сказала. Сказала, чтобы мы ее не искали. Даша, это я. Что происходит? Почему суд состоится? Кто тебе это сказал? Звонили из опеки и сказали, что суд состоится. Не может быть, бюрократия. Я уточню еще раз и перезвоню тебе. Я прошу тебя, выясни это.
Зятёк, вы явление каким ветром? Добрый день. Войти можно? Ты один? Где семья-то? Можно я войти? Да, конечно, да, заходи. Пожалуйста, заходи. Давненько, давненько мы с тобой не виделись. Года три прошло, как ты последний раз заезжал. Как внучок мой вырос, небось, с тех пор, как я его в Крыму видела. А я думал, он у вас. Да не, у меня нету. Откуда же? А ты чё ж не знаешь, где твоя семья? Бросьте, они здесь. Вчера приехали. Да боже упаси, никто ко мне не приезжал. Ни вчера, ни сегодня. Она сбежала, что ли, от тебя? Довёл таки. Где моя девочка? Я тебя спрашиваю. Сбежала! Сбежала от него, от такого мужа, от профессора. Налей 5 грамм пока. Видать, не все золото, что блестит. Спасибо. Ребенка отдавала художницу, красавицу. А что теперь? Профессор. Сашенька, кушай. Больше ничего не сказал? Нет,
Ничего. Ушел, все. Ну, а как он вообще? Так, по его роже поймешь, памятник. Как ты его терпела столько времени? Ладно. Что ты собираешься делать-то? Не знаю. Ну, уже не знаю. У тебя ребенок растет, ты не знаешь. Не знаю, мам. Здесь побуду. Потом работать пойду. Ну, смотри. А звонить будешь, что сказать? Не было нас у тебя. И не знаешь, где мы. Ладно. Только расстроенный он был. Очень. Мам. Все. Пока, маленький. Пока. Тетки ничего не знали. Они действовали по собственному усмотрению. Никакого суда не будет. Поехали домой. Я виноват. Я исправлюсь. Я люблю тебя.